Всем привет! Вы на канале Тывка ТВ. И сегодня я распаковываю куколку Monster High Тарали из серии Большой кошмарный риф. Это такая куколка-русалочка. Тарали, такая красивая. Это Monster High. Давайте посмотрим на нее. Вот она такая красивая. На упаковочке нарисована, как она из мультика выглядит. И еще там по-английски, рядом с самой куклой, написано, что она светится в темноте. Так. На обратной стороне, ну тут вот тут сбоку написано Monster High. На обратной стороне там какие еще есть куколки, вот что она светится в темноте. И вот какие еще есть куклы из серии. Так, сейчас откроем нашу куколку. Так. Тут скотч вот всякий. Сейчас ее достанем. Так. Вот, открыли. Сейчас тут надо будет надрезать немножко. И освободим нашу куколку. Так, раз. Тут уже легко. Два. Так, там еще немножко. Так, наша куколка. Вот. Я ее распаковала. Вот наша кошечка, рыбка. У нее, как я говорила, в темноте светятся вот эти вот детали. Она похожа на такую рыбку. Крылатая рыба вроде. Такая рыба ядовитая. Вот у нее вот эти штуки как раз и ядовитые. Для рыб. Тут еще с кошечкой, рыбкой нашей шел такой вкладыш. Тут сказано, какие есть еще куклы там из этой коллекции. Какие у них хвосты у этих кукол. Вот это наш вариант. Куклы нашего варианта. Так, у него хвост съемный. Вот, он снимается легко. И вставляется. Еще у него вроде вот эти крылышки двигаются. Да, вот. Раз. Два. Вот, вот так вот немножко двигаются. Как-то еще вот сгинаться могут. Как у настоящей рыбки. О, двигаются. Она как крыльями махает вот своими плавниками такими. У нее еще вот эта часть. Она вот, сейчас покажу. Вот. У нее хвост, он как подставка. Он вот так вот может двигаться. Вот. И кукла вот может стоять. Вот. Так вот стоит она. Так вот. Она у нас стоит. Вот такая вот красивая куколка. И если вам понравился такой куколка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока! Пока-пока!